Доброго всем времени суток, с вами Texer, а на экране перед вами призывно булькает Judgment. Выживалка. Ну что ж. После глупых смертей от жажды, количество 4 человек. Ну, основа 4 человека, и мы тут развиваемся. А почему нет? Так, камушки, мусор. Да, но 4 человека это маловато на самом деле. Тем не менее, ничего. Давайте ему уже какое-то снаряжение, что-то попробуем скрафтить. Коктейль Молотова. Вот так вот. Вот этих вот. Ладно, ладно, сейчас. Так, разбор, что нам? Дубина нахрен не нужна. Влом. Так. Что можем построить? А что мы хотим построить? Что нам надо построить? А лазарет вот нам надо построить, но дерева нет. Так, дерево. Объявляю эвент. Имейте 8 выживших в группе, накопить 150 единиц пищи. А ворота вышибить. Враги приближаются. Атака неизбежна. Вау. Ну что ж, ждем. Трепещем, атака неизбежна. На самом деле, людей там не могут раздать при 4 человеках-то. А так по 1 на 8 их рассчитано. Аж по идее, к этому моменту 8 должно быть. Враги уже здесь. Ну что, народ? Раздадим люлей врагам, а? Или бесславно сдохнем? Бесславно сдохнем, да? Как эти от жажды скопытились. Уничтожить всех атакующих. Да, сейчас выпили. Я даже не буду эти... О, ну, 4 рыла. У нас 4... Женец. Женец хреново. А тут кто идет? Понятно. Я предлагаю сначала кинуться вот на этих. Гончие, все дела. Давайте уже кто-нибудь. О, не кисло так. Этот. Пистолет ведьмака. Отлично. Собираемся в кучку. И фигачим оборотня. Ну, подранки будут, но этих мы вынесем, козлов. Не так много их. Есть, офигачили. Что, хорошего принесли? Ну, шкурку принесли, тоже неплохо. Так, ладненько. Мы делаем вот эти вот артефакты. Возможно, даже сделали уже. Ну-ка. Ни хрена. Но не страшно. Так, делайте, давайте. Так, а я собирался объявить эвент по сборке дров. По сбору дров. Вот так, немножко. Раз. Максимальная скорость. Жрачка есть, ну нормально. В принципе, нормально. Будет побольше народу, я буду тут кого-то посылать, прям ну, постоянно собирать. Потому что нам нужен хламчик, который деньгами здесь служит. Level up. Шикарно. Скорость уменьшим. Так, вызывальщик Грета. Исчезновение, уклонение. Что ты можешь? Ближний бой, винтовки можешь. Винтовок нам еще. Уклоняться будешь. Так, погнали на максималочке. Ну, вроде нормально, они вовсю затариваются. Так, лазарет. Ом. По-моему, лазарет бесполезная штука. Там расходуют медикаменты, которые с превеликим трудами мы лутаем вот здесь. И еще их можно крафтить, медикаменты. Вот не эти, нет. Цветок чар, необычный. Накладываем противника чары. Падает точность и еще что-то. Пир. Проходит день за днем. Признаков спасения не видно. Усталость и уныние начинает брать верх. Мотивации нет. Выжившие занимаются ежедневной рутиной в полнейшем молчании. Блин, а вот они в мирной жизни чем занимаются? Спрашивается. Работа, дом, работа. Итак, 5 раз. Потом выходной. Выходной, дача, дом, дача. Ну, или не знаю, или диван, пиво, спать. Это не рутина, да?
Исследователям приходится уже всех. Они не могут сосредоточиться и предложить хоть сколько-нибудь, но полезную идею. Надо что-то делать. Может, праздник, легкая пирожка, ванин, боевой дух. Фейерверк. Пир. Знаете, пир. Сработало боевой дух на высоте. И в ваших глазах снова появились искорки. Черная полоса. Больше всех остальных довольный выживший Гретта просится заняться важным делом. Обыскать окрестности в поисках ресурсов, поискать снаряжение в ближайших руинах. Снаряжение. Это интересно. Гретта побежала до ближайших руин, полностью игнорируя опасность. Через некоторое время она вернулась обратно в лагерь с несколькими царапинами и прекрасным новым оружием. Олимпийский лук. Это называется черная полоса. Так, чуть уменьшим. Добра. У нас есть более хорошая штука. Урон 15, урон 15. Скорость атаки. Ну, по-любому, олимпийский лук лучше композитного лука, как ни крути. Так. А что меня отвлекли? А, вот. Больница. Здесь можно обработать раны и ускорить восстановление здоровья. Хорошо. Исследование, да, сейчас. Я еще немножко поблизываюсь. Цветок чары я смотрел. Точность минус 50, скорость атаки минус 50. Эктоплазма одна у нас. Хорошо, пилим. Так, строительство. Тренировочная площадка для боевых навыков. Не уверен. Так, ну что, исследование. У нас много бутылочек и мало не бутылочек. 240 надо, 240. Мусорный доспех, кожаный доспех. Логистика, мусорный. Ну, видимо, из мусора собираются, а кожаный из кожи. А кожа-то у нас есть. Так, строительство завершено. Прекрасно. Ну, эти можно даже не смотреть, 46. А у нас никто оккультизмом не занимается. Приоритеты. У нас такой-то ресерч толкают, а вот... А вот... А? Вот так. Боря, займись оккультизмом. Сделай доброе дело. Хотя вот у нас оккультист не кислый. Нет, Боря, продолжай. Ну, должна заниматься-то. Так, Мэй. Мэй. Грета. Мэй. Жрать готовит. У нее крафт превыше всего стоит, скорее всего. Ну, 4 человека, потому что, ну, это нереально. А теперь буду пошли. Они все заняты едой. Давайте нам уже выпадет спасти кого-нибудь, а? Я понимаю, что я 4 человек прощелкал. Вернее, сами прощелкались от жажды. Ну, ну так, взрослый человек вот стоял, умирал от жажды. Так, ты кто ты? Пыщ-пыщ. Так, вот ты ближний. Тебе вот такую. Тебе такую. А тебе... Молотова. Наслаждайтесь. Так. Добро спать. Такой у них быт несложный, но... Ну, 206 кто-то исследует. Мэй. Жрать готовит. Торгаш. А мне нечего вам предложить. Ай, академика. Сообщение в бутылке. Используйте, чтобы найти выжившего, нуждающегося в помощи. 240. Цена продаж 1. Цена продаж 24. А я продам, кстати, один лук. Я не пожмодничаю. Продажа 6. 3. Я даже, вот мне даже расстаться не с чем. Пушка Гаусса. Ну, вот как-то. Аркебуза. Там шомбал. Затолкал туда. Порох, пыш, шарик. И вперед. Так, 218, надо на 240. Черный ящик. Остатки того, что когда-то было вершиной человеческого творения, теперь разбросаны по полу, словно болезненно напоминая о том, что было потеряно. Где все это нахожу? Просто я в мусоре тренируюсь, никто не отправляю.
Кирпичные стены покрыты толстым слоем пыли, поблескивающие осколки стекла, лежащие повсюду на разбитых дорогах и тротуарах некогда величественного города. Но сейчас ваше внимание привлекла вон та куча мусора возле заброшенного строения. В этой куче спрятался абсолютно нетронутый временем черный ящик. Ящик довольно большой, закрыт спереди, судя по весу, содержит в себе много полезного. С помощью подходящих инструментов его можно попытаться открыть. Давайте. Кто-то хорошо подготовился к концу времен. В ящике полно консервированных продуктов. Пока вы упаковываете припасы, вы ненадолго задумываетесь о том, что случилось с предыдущим владельцем. 5 банок, фигня. Что случилось? Демоны сожрали, что там может случиться? Тоже. Ну уже, давайте меня выжившего. Я хочу кого-нибудь спасти, чтобы у меня было вот столько человек вот до сюда. И это минимум. Так, еще 4 бутылочки, и мы пойдем исследование двигать. Ну, давай еще одну. Нет. На последнюю она ушла. Ну же! Выжившего мне. Сколько можно буксовать? Так, 253, погнали. Ну, я так понимаю, кожаный доспех. Так, производство. Кузнечное дело уже в книжечке. А это все уже открыто. А книжечек нет. Эффективный сбор еще можно. Ну. Книжечки. Да, все в книжечке. Тут. 120. Тут 120. Пистолет Ведьмака. А я думал, это... уникальное что-то. Просто поясню, я когда играл до релиза, вот в этих ветках вообще оружия такого не было. Нет, ну вот это были, там брелок боли, такое все было, амулеты. А именно оружия не было. Ну было, демонит лук, но это там, это за книжками все. Вот тут вначале, чтобы так на халяву, такую хорошую штуку, не было, черт возьми. 50. Танец дождя. Удачная находка. Это, по-моему, шанс найти что-то интересное, а Танец дождя это... стал роста. Танец дождя... Танец дождя. Еды больше. Вот, можно посмотреть теперь. Скорость роста плюс 50, полив минус 50. Меньше воды, быстрее растет. Красотища. Но стоит 10 бревен, однако. Жертву там приносить. Путь. Так, вырубили, да? Может кого послать покопаться? Темное проклятие. Колосло? Возможно. Малиновое все. Видимо, признаков нет, однако воздух словно стал плотнее и менее насыщен кислородом. Он душит вас. Дыхание участилось, любое действие превращается в пытку. Кажется, все это почувствовали. Когда-нибудь это закончится? А снести никак? Я бы снес. Ну ладно. Мусор. Обыскивать. Кто-то пойдет. Мэй, конечно. Зачем нам исследование? Мэй сходит. А, ну там Дебора. Нет? Нет, не Дебора. А это что такое? Скорость работы минус 10. А, проклятие напало. Ну, мы не можем ничего с ним сделать, поэтому сидим. Блин, вы видите, вообще спасать некого. Там совсем, совсем некого. Я, кстати, уже подумаю сходить за тетрадками, но... 4 человека... Что-то как-то меня это не тянет. Ну елки, неужели этот, как он называется-то? Не спасенный, а... Ну короче, кого мы должны спасти? Появись. Явись к нам. Мог? Несмотря на то, что источник проклятия до сих пор неизвестен, ваши культисты разработали способ... Защитить лазер этого воздействия. Эликсир, сваренный из особых трав на огне, пахнущим серой. Нужно 2 эктоплазмы, у меня эктоплазм нету. Хорошо. Нет, я реально сейчас со скуки пойду воевать. Ну что это такое? Так, ближний бой. Я на броню сменю. Нет. Простая экипировка. А что, она так и называется, простая экипировка? Торговец, да, мне не нужен торговец. Да, называется простая экипировка. И странно. Щит. Шит.
Holy shit. Никто не стоит. Ладно. Торгаш, иди сюда. Вот свои книжки за 750. Но у меня опять же 13. Давайте толкнем. Одну толкнем, одну толкнем. Чем мы еще можем продать? Ну, я это не хочу. А, эти по единичке идут в шерсть. Восполняем аристокс. Давайте потихонечку вверх идти, потому что деньги будут нужны по-любому. Я ресурсами не хочу торговать, а этим можно. Ну что, не пришлют нам человека, нет? Нет существ в сторону базы. А так и неизвестно. Блин, у нас 34%, какого хрена идут в сторону базы. Ну, ждем, отбиваемся и, пожалуй, в рейд. Я думаю принести книжек. Вот сейчас будет 240. Мы исследуем мусорные доспехи. Ну, не факт, что они нужны, но мы их исследуем. А потом нужны книжки. Уничтожим всех атакующих, да. Нет, брони никто не озаботился. А культисты чё? На тебя. Это я его, что ли, продал предмет? Ну ладно. Оборотень, малый демон. Тут ближе. Бесенок, гончий, малый демон. Понятно. Как всегда, дергаем сначала одну половину, потом вторую. Так, гончую. Вторую гончую. Бесенок. Малый демон. Разворачиваем позицию. Гончая, ты дура. Опа, а вот это не дура. Так, Борис Гретой. Малого демона. Борис Гретой. Малый демон. Пинать, пинать. Ушатали. Эктоплазма будет? Два штука. Не будет. Черт с вами. Так, лечиться вам надо? Грете надо немножко. Так, дурной знак. Нужно 75 окольных очков. Да. Черные тучи закрыли ночное небо, и мягкое свечение луны едва пробивалось через разрывы между облаками, тускло освещая окрестности. Темнота была почти кромешной. Вдруг темно-красная комета прочертила небо, окрашивая его в густой багряный цвет. Повинуясь какому-то чудовищному колдовству, луна стала красной, зловеще засветилась. Страшные демонические вопли раздались в ночной тишине. Казалось, будто происходящее передало им необычайную мощь. Ну, короче, буст для демонов, а мы на 75 оккультизм можем с ним что-то сделать. Дурной знак. Активирует орды демонов. Сил вражеской атаки плюс 30. Да. Так, ну чего? Так, все, в атаку. Прямо так. Поиски. Это у нас... Да, может, на самом деле гоню, я никуда не пойду. Тоже так. Да. Еда тут нафиг. Церкви нет, не в церкви. Вот тут где-то. А? Дом. Пойди найди тут наушник. Пойди найди тут наушник. Школа нужна такая с этими... Короче, квадратная эта шапка. Должна быть. Есть квадратная шапка. Тут едет квадратная шапка, наверняка. А вот и нету. А вот и хрена. Тут шахты. Тут ресурсы. Вот сюда, может быть, тролли. Три морды, ну хорошо. Вот сюда. Давайте. Ну, мне кажется, что сюда тут что-то типа города. Вот она. Смотрим. Это одержимый, это стрелять. Темное проклятие. Исчезло. О! Пауза. Там время идет, вы что? Демон. Три одержимых, жнец. Не пугайте меня так.
Демон, три одержимых, призрак, гонщик. Мне вот это больше нравится. Давайте сюда. Нет, вот сюда. Да, обыскать. Сейчас мне таких звездюлей навешают. Ну, хотя бы, по крайней мере, в этом месте не респится дополнительный кто-нибудь. Нет, 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 нет. А, в тобой я не согласен. Сейчас у меня последних выпилит так. Погнали, ребята. Ну, мне бы, конечно, хорошо бы их по одному всех застать, этих местных демонов, но... Опачки. Да давайте с обычной скоростью, чего? Блин, Борис. Вот я его потерял. Да сейчас всех потеряю, нафиг. Дебра. Вниз вали. Мои. Гончу. О, вот так вот. А тут еще демон где-то. И что вот это был? Все, короче. О-о-о. Та-дам. У меня остался один человек. Да. И левелапнутый выживший живет у нас тут. Уклонение. Дайте больше уклонения. Больше уклонений для бога уклонений. На помощь! Демон преследует неизвестного. И он ведет их прямо в вашу колонию. Все по местам, все по местам. Я по местам. То есть, мне никуда идти не надо. Эрик. Эрик. Я не могу тебя никак снабдить, нет? Дуй сюда, Эрик. Грета. Просто мало делом, бесенок. Но это пипец, это труп. Я ему ничего не могу дать. Ну, пинайте, бесенок, что могу сказать. Жнец и демон вас вынесут. Давайте. Сейчас Грету еще меня фигачит. Прощай, Грета. Грет, прощай. Исчезновение. Эрик. Все, Грета больше не исчезает? Уходи, Грета. Давай, Эрик, держись. Держись, Эрик, я тебе иду помогать. Давай. Ну, бейте его, бейте. Ну, давай. Yes. Грета чудом не сдохла вообще. Я не понял, как сработало исчезновение, но... Ладно. Эрик, ты принят, да. А, давайте посмотрим, что умеешь. Потому что ты ничего не умеешь. Лидер секты. Можно экипировать редкая темная броня. Жестокость. Темное оружие. Нет, темного оружия. Но поскольку должен быть хоть кто-то с пистолетом, на тебе пистолет. Также на тебе броньку. На тебе, я не знаю, фигню. Теперь приоритеты твои. Ну, понятно, ты оккультист. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вы это видели? Ты чисто оккультист, ты вообще больше ничего не умеешь заниматься. У меня вот эти минус 15. Нахрен не уперлись. Погоди, ты ритуалы проводишь. Вот это мне прислали. У меня просто слов нет. Ну, тут я даже тренировать смысла нет.
То есть он вообще никуда и ни о чем. Как, и чему я этим обязан? Вся минус 15. Он чисто боец, он причем священник, который темным этим владеет. Угу. Я вообще... То есть абсолютно бесполезная хреновина мне пришла. Вообще. Просто слов нету. Он ничего не может. У него все в минус 15. Он может только воевать тупо. Нет, понятно, это тоже как-то полезно бывает. Да, вот это обломались. Грета, все на тебе. Он только воду может черпать, и то убого. Не, ну два человека не один человек. Но как-то выживальщик с священником. Жестокий священник. Да, вот это мы встряли. Пошел за книжечками. Блин, вот он что-то делает, тут лучше бы даже он не брался. Требуется помощь. Хорошо. Даже... Да. Да. А кто должен остаться на базе? При этом. Ой, священник, иди. Спасай. Я надеюсь, игра хоть как-то реагирует на то, что у меня один человек пошел. Ну, в принципе, да, когда у меня один остался, она прислала мне прямо на базу. Потому что я же не могу с базы уйти. О, один огненный бесенок, но они будут приходить. Они будут приходить. А, кстати, тут я бы автобой включил, наверное. Тут все равно... Как в старом анекдоте, блондинку спрашивают, какой у вас шанс встретить динозавра, когда выходит на улицу? Ну, 50 на 50, или встречу, или нет. Так и тут. 50 на 50, или сдохну, или нет. Бесенок, привет тебе. Ну, из пистолета-то он жахнет. Мария, чтоб ты ни была. Ах, погнали. Ну, трое уже. Так, 27 минут, я думаю, они сейчас на базу дойдут. Мы посмотрим на Марию и на том серию закончим. Мораль. Без предуходящего количества народа никуда не суйся. Никогда. Четырех человек профукало. Это ж надо. Что-то как-то не везет, да? Тут 4 от жажды померло. Ну что, Мария, давай знакомиться. Твои навыки, Мария. Ты у нас шериф. Ближний бой. Все понятно. Скорость патрулирования не актуальна. Приоритеты. Мария может патрулировать. Патруль постов. Боезащитник, разведчик, не знаю, что это такое. Так. Ну, ладно, пусть будет. Это мы пока оттащим, это у нас Марии не актуально. У нас актуально черпать воду, окучивать всякое. И раз уж ты у нас... Не, ну это работничек. Раз уж ты у нас так себе в этом во всем, то давай ты будешь вот этим пока заниматься. А там посмотрим. Так. И тебя надо вооружить. Ближний бой. На тебе дрын. На тебе бронь. На тебе три молотова. Вперед. Бездельничает, ему заняться нечем. Всем все вырубил нафиг. Ну давайте мы ему оккультизм врубим. Он совсем не бездельничал. Ты что там... А, ему показалось, что он колдовать пошел.
Так, о, у нас исследуют. Ну, кто там исследовал-то? Давай, 35, 36 там и так далее. 240 нам надо, еще 4 очка. Ну, пусть мне будет счастье. Я хотя бы эту мусорную броню открою. Да, есть. Я ничего больше хорошего. Эффективный сбор, кстати, магии. Скорость рубки, скорость сбора ресов, скорость копания, скорость сбора воды. Давайте. Нам это пригодится. Так, ну что ж, полчаса нормально. На этом я серию заканчиваю. Всего хорошего. До новых встреч. Что-нибудь пишите, что-нибудь ставьте.